Ассаляму алейкум, дорогие друзья! В эфире рубрика Мод Ол, и я ее ведущая, стилист Анифе Меметова. В этом выпуске мы соберем с вами вечерние образы. Давайте начнем! Если вы не знаете, что вам выбрать на вечерний выход, советую вам обратить внимание на комбинезоны. Это очень нестандартное решение. Конкретно этот понравился мне, потому что у него необычный крой. Верх выполнен из органзы и акцентные рукава. Это будет очень подчеркивать вашу фигуру. Образ получился с небольшим налетом винтажа. На ножки я надела красные сатиновые туфельки на небольшом каблучке. Штатный ремень заменила на лаковый ремешочек каркасной формы. Он лучше подчеркивает вашу талию. В качестве аксессуара я взяла клатч-коробочку. В качестве второго образа я выбрала платье длины миди. У него вырез каре, акцентные пуговички и черно-белый цветочный принт. И акцентом послужит мне клатч красного цвета и туфельки. При выборе платья для вечернего образа я советую вам обращать внимание на нестандартный крой. Конкретно в этой модели акцентные объемные рукава. Это будет очень интересно смотреться на вас. Это была рубрика Mod All. Оставайтесь вместе с нами, смотрите наши выпуски и будьте самыми стильными. Салхне халмис!